В Мордовском заповеднике состоялось спортивно-развлекательное мероприятие «Зов леса». Сюда приехали дети, подростки и даже взрослые для того, чтобы показать свои таланты и навыки выживания на природе, сразиться в своих знаниях в экологии, ловкости и находчивости. Участники прибыли в заповедник на велосипедах. Маршрут был проложен от пляжа на реке Мокша в городе Темников до центральной усадьбы заповедника поселка Пушта. Протяженность более 10 километров. В заезде приняли участие жители Темниковского района, Москвы и города Саров. Видел объявление в саровском сообществе. Подумал, что отличный повод спортивно провести время и познакомиться с новыми людьми. Уже на месте к велосипедистам присоединились участники из Луганской Народной Республики. Эти ребята приехали в заповедник на экологическую экспедицию и смогли поучаствовать еще и в станционной игре. Сражались против воспитанников Зубово-Полянской спортивной школы Кёкусин и военно-патриотического клуба «Голубые береты» города Темников, а также команды от поисково-спасательного отряда группы «Рысь Саров». Ну, с мордовским заповедником сотрудничаем давно, уже несколько лет. Приезжали на день решения, неоднократно поставляли площадку тоже свою. Нам здесь нравится, да, нам нравится сотрудничать с мордовским заповедником. Мы очень рады, что они заинтересованы нашей тематикой поисков детской безопасности, взрослой безопасности. И если нас еще пригласят, конечно, мы еще приедем. Маршруты были проложены так, чтобы все откликнувшиеся на зов леса смогли посетить экскурсионные объекты заповедника, увидеть красоту природы и получить новые знания. Нас позвал лес, и мы откликнулись на его зов. Много всего интересного сегодня видели, много чего разгадали, много чего узнали, много с кем поговорили, много посмеялись. В общем, все было супер, квест был очень интересный. Меткость, ловкость и скорость – это те умения, которые смогли участники применить на площадке, подготовленной клубом «Голубые береты». Сегодня у нас это медицинская подготовка тактикой, да, это у нас мы тампонацию проводим и оказание медицинской помощи. Дальше стрельба из пневматического оружия и разборка-сборка учебного пистолета ПМ, пистолет Макарова, и метание ножей, соответственно, точка. Мероприятие успешно проводится второй год подряд. Администрацией заповедника принято решение сделать зов леса ежегодным событием. Мы надеемся, что мероприятие станет действительно ежегодным, но каждый год мы будем удивлять наших участников какими-то новыми моментами, новыми соревновательными этапами. И надеюсь, что всем будет интересно и далее в нем принимать участие. Следующее мероприятие, которое ожидается в заповеднике, это пятнистый фест. Он состоится в поселке Пушта Темниковского района 7 сентября.